Короче, мы пока тут катались, просто пришли все из школы. Короче, для такого количества детей вообще тут мало чего. А тут что вообще непонятно, что это такое? Какой-то завал каких-то вещей. Я не знаю, что они тут хотят сделать. Короче, они тут что-то хотят сделать, а что непонятно. Вот угадайте, что они хотят сделать из этих штук. Что? Угу. Ого, как они там. Это, короче, типа скейт-парк сделали. Алис, подожди, а? Короче, это типа скейт-парк сделали, короче, типа кататься. Вообще прикольно вот отсюда смотрится. Вот дома, да, стоят. И вид такой красивый. Вообще прикольно. Я такая сижу, короче, что-то мне брелок пищит. Мармеладки. Это лайк поставить. Она мармеладки ест, да? Да. Сняла я ей шапку. Алиса, к краю не подходи. Для чего сделаны вот такие вот отступы к озеру? Вот непонятно. Мармеладки едим, сидим. Непонятно. Алиса решила листочки пособирать. Мы подделку не будем делать, сразу говорю. Алиса пошла листочки собирать, короче. Люблю, на самом деле, вот такие парки. Ну, где не особо много народу. Так прикольно идешь. Идешь, топ-топ. Алис, не кашляйте, завтра в садик. Погода сегодня классная. Тепло вообще офигенски.